эфире АТВ программа «Актуальная тема», в студии Мариам Восконян. Здравствуйте. Одна из главных новостей этой недели – вакцина от коронавируса, которую разработал Институт Гамалеи. Напомню, это первая в мире вакцина от COVID-19 и зарегистрировали ее в России. В интернете люди уже комментируют эту новость. Мнения разделились. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина. Елена Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте, Мариам. Сегодня хочу с вами поговорить не только о вакцине от коронавируса, но о вакцинации в целом. Расскажите, пожалуйста, что это, в чем польза вакцинации, может быть, какие болезни мы уже смогли перебороть с помощью нее? Ну, вообще очень хорошая тема выбора на сегодня вакцинации. Вакцинация на сегодняшний день – это самый эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний. Да, наиболее еще лучшего, надежного способа нет, наверное, да и не будет, поскольку этот метод, он конкретно направлен на то, чтобы защитить организм от попадания в него, так скажем, микроорганизмов различных. Но вот, к сожалению, наше население очень быстро забывает неприятные вещи. Мы уже забываем, что раньше были большие эпидемии, которые уносили не только тысячи, даже миллионы жизней, да, населения земного шара. И нам кажется, что вот эти большие эпидемии страшные, это все уже позади. Мы победили инфекционные заболевания. Но все-таки это не так. Я хочу напомнить, что по статистике 50% всех летальных случаев среди детей вызваны как раз вот присутствием или наличием инфекционных заболеваний. Поэтому говорить о том, что мы победили инфекционные заболевания, и что на сегодняшний день вакцинация населения, она не актуальна, ну, еще, по крайней мере, говорить рано. И на сегодняшний день вакцинация нужна для чего? Для того, чтобы защитить организм. И человек сам должен себя защитить, защитить своих близких от вот, возможного влияния инфекционных заболеваний. Но, знаете, есть такое понятие еще коллективная иммунизация. Что значит коллективная иммунизация? То есть вот ту иммунизацию, которая проводится в нашей стране, ну и, в общем-то, и во всем мире, она нацелена на широкий охват вакцинации. То есть все-таки есть ряд инфекций, а это инфекции, которые передаются от человека к человеку. Это тот же грипп, это та же корь, дифтерия и так далее, и так далее. В большинстве это все-таки воздушно-капельные инфекции, да? Эффект вакцинации будет только тогда, когда наибольшее количество людей будет охвачено этой вакцинацией. Поэтому в нашей стране стоит задача именно вакцинировать не меньше 95% вот против тех инфекций, которые управляются при помощи вакцин. Это дифтерия, это столбняк, это паротит, это гепатит группы Б, ну и так далее, ряд еще других инфекций. И от того, что есть эффект, показывает статистика, показывает цифры. На сегодняшний день мы все знаем, мы победили натуральную оспу. У нас большинство государств во всем мире теперь считаются свободными от полиомиелита, очень серьезное, да, страшное заболевание. На сегодняшний день, если сравнить заболеваемость до прививочного периода и сегодняшнего дня, значительно в тысячи раз снизилась заболеваемость дифтерии, тем же столбняком, паротитом, коклюшем. А про грипп, допустим, если мы будем сравнивать с 96-м годом, вот 90-е застойные, с введением вакцинации, такой массовой, да, введена в тот период, заболеваемость снизилась почти до 200 раз. Поэтому это важно, и чем больше мы охватываем население, тем самым мы создаем групповой иммунитет. И здесь он не только, здесь идет прерывание цепи передачи инфекции от одного человека до другого. Здесь есть еще один аспект. Мы защищаем другие группы, которые в силу каких-то обстоятельств, может быть, не могут прививаться. Это наши дети до года, которые в силу возраста еще, да, какие-то вакцины не могут принимать. Это есть люди, больные хроническими заболеваниями, которые... Ну, есть прямые противопоказания применению вакцин, ну и так далее, и так далее. Есть такие категории лиц, да, которые не могут, к сожалению, вакцинироваться. Так вот, вот, имея такую массовую вакцинацию, мы как бы не даем передать инфекцию и вот этим нашим таким уязвимым группам населения. Поэтому еще раз хочу повторить, ну, крайне важный вопрос. И вот актуальность его за последнее время, она не только не снижается, да, и вот на сегодняшняя ситуация с коронавирусом, да, опять первый вопрос какой стоит, а как защитить эффективно? Нужна вакцина. То есть вот опять вопрос вакцинации. Ну вот все понимают, что вакцинация помогает нам вырабатывать иммунитет, но при этом
есть люди, которые вот категорически не хотят. Как думаете, почему? С чем связано? Есть. Ну, есть, к сожалению, такие люди. Я вот еще раз хочу сказать, мы все это забываем, да, что люди и умирают у нас, к сожалению, от инфекционных заболеваний. Очень широкая волна, она началась где-то в 90-е годы, продолжается по сей день широкая такая волна активной такой деятельности, мы их называем антивакцинаторы, которые говорят о том, что вакцина неэффективна, вакцина не нужна, но тем не менее все-таки я думаю, что это связано с тем, что люди не совсем правильно понимают, как влияет вакцина на человеческий организм, какие изменения в ней происходят. Что касается побочных эффектов, я думаю, отсутствует достаточная информация, истинная, достоверная, а каков действительно реальный процент побочных эффектов от вакцины. Да? То есть вот в связи с этим, конечно, вот от незнания полного вот появляются отказы от вакцинации и так далее. И в этой связи, конечно, вот мы свою миссию, а также и учреждение здравоохранения видим именно вот информирование, и вы нам помощь в этом вопросе, информировать население все-таки об значимости, нужности вакцинации против любых инфекций. Расскажите, пожалуйста, об итогах сезона гриппа за 19-20 годы. Число больных увеличилось или же наоборот? Да, вот буквально вчера у нас прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Такие вот заседания, посвященные вопросам заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, проводим ежегодно в начале эпидсезона. Но в этом году, да, опять-таки у нас есть особенности, мы это все это находимся в условиях распространения ковида нашего. И поэтому, да, вот и вчера были очень вопрос обсуждался всесторонне, даны поручения всем заинтересованным лицам органам местного самоуправления вот в плане того, чтобы подготовиться своевременно вот к этому сезону и в случае возможного ухудшения ситуации обеспечить готовность все-таки нашей республики, да, вот реагировать на вот эти вот вызовы новые. В прошлом году эпидсезон у нас характеризовался, в общем-то, умеренной заболеваемостью. Но я хочу напомнить, что вот в преддверии эпидемического сезона у нас было привито 54% населения, это свыше 500 тысяч населения, из них почти 200 тысяч – это дети. Большинство было привито в рамках национального календаря, то есть это за счет федерального бюджета, бесплатно, но и остальная часть, она была за счет республиканского бюджета, за счет средств работодателей. У нас есть такие работодатели, которые заботятся о здоровье своих работников, выделяют средства, это очень хорошо, мы это приветствуем и благодарим их. И за счет, конечно, собственных средств самих граждан нашей республики, которые тоже понимают, что вакцинация в этот период, она необходима и важна. Поэтому вот это было как бы основой, мы считаем, того, что период у нас прошел на относительно таких невысоких уровнях заболеваемости. Но тем не менее подъем был у нас, то есть когда был превышен эпидемический порог, а мы как говорим, что это уже превышение вот того уровня, когда уже есть такие серьезные риски для дальнейшего распространения инфекции. Этот эпидпорог у нас возник на 6-7 неделе и длился всего, продолжительность была 2 недели. Для сравнения скажу, что в целом по Российской Федерации он длился до 4 недель. Есть различные субъекты, где по-разному, так скажем, этот период. А в целом уровень заболеваемости по сравнению с той предыдущим периодом, он не только не, так скажем, не увеличился, он даже немножечко был ниже. А если быть точнее, на 8% заболеваемость в этот прошедший эпидсезон была ниже предыдущего сезона. Зарегистрировано у нас было 178 случаев гриппа. Это тоже почти в два раза меньше, чем в предыдущий сезон. Это тоже мы объясняем все-таки вот охватом вакцинации. И случаи гриппа у нас были зарегистрированы все-таки среди непривитых. 90%, чуть больше 90%, это был грипп, который встречался все-таки у непривитых лиц, что еще раз, очередной раз, да, подтверждает эффективность вакцинации против гриппа. А чего нам ждать осенью? Какие виды гриппа еще ожидаются? Я хочу сказать, ежегодно, даже не ежегодно, в течение года, регулярно года, медицинскими работниками, учеными проводится мониторинг циркуляции вирусов гриппа.
Изучается циркуляция как в северном полушарии, в южном полушарии. Вот на сегодняшний день активно идет подъем заболеваемости гриппа в южном полушарии, так скажем, нашей земли. Да? Так вот, на основании вот этого мониторинга, от того, что какие вирусы, виды там циркулируют, все это изучается, анализируется, и решается вопрос, какие виды должны войти вот в нынешнюю сезонную вакцину. То есть каждый год эта вакцина обновляется, сезонная, и вот эти виды, так скажем, от этих штаммов, они меняются с учетом того, какие штаммы циркулируются и какие штаммы мы теперь будем ожидать. Мы находимся в северном полушарии, вот в этот эпидсезон. Да, в этом году у нас будут два вида вакцин, как и в прошлом году. Это трехвалентная вакцина, четырехвалентная вакцина. Что значит трехвалентная? То есть она будет включать в себя три компонента против трех типов вируса, а четырехвалентная – четыре типа вируса. Значит, трехвалентная, она будет содержать в себе штаммы, подобные двум типам гриппа А, H1N1 нам известный, да, уже, и H3N2, а также штамм гриппа Б, Вашингтон, так называемый, викторианская линия. Вот это трехвалентная вакцина. А четырехвалент – это те же штаммы, плюс еще добавляется еще один тип гриппа Б. То есть трехвалентный, два типа А, 1Б, а в четырехвалентный 2А, 2Б. То есть это актуальные штаммы, это обновленные штаммы, это новые, вот, которых, в настоящее время циркуляция которых ожидается в южном полушарии. Они войдут в состав вакцины и, надеемся, тоже, так скажем, окажут свое действие, эффект вот, в нынешний эпидемический сезон уже 2020-2021 года. Так, зная все эти штаммы, какие цели ставятся на грядущий день? А вот цели, еще раз повторюсь, мы находимся в особенном периоде, да, уже вот с весны практически, да. И, конечно же, вот этот эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, он несколько будет отличаться от предыдущих сезонов, поскольку мы еще, это совпадает у нас с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы ее не победили, как мы говорим. Она существует рядом с нами. Мы до сих пор ежедневно выявляем больных, инфицированных лиц с ковидом. Поэтому вот уже такие предварительные прогностические данные говорят о том, что, во-первых, мы ожидаем более раннее начало эпидсезона. То есть, возможно, раньше начнется, да, уже подъем ОРВИ и гриппа. Во-вторых, он будет сочетаться микс инфицированием. Что значит микс инфицированием? Совмещение пойдет двух инфекций. То есть мы ожидаем, что человек может заболеть и ковидом, но это его нисколько не защитит от инфицирования гриппом. Да? И наоборот, либо ковид, и другие какие-то острые респираторные вирусные инфекции и так далее. А раз идет такое совмещение и так далее, возрастают риски протекания болезни в более тяжелой форме. Да? Возникают риски осложнений, появление большего количества осложнений. Поэтому вот в этой связи, конечно, я еще раз повторюсь, мы должны быть готовы. В первую очередь, конечно, большие задачи, серьезные задачи ставятся перед системой здравоохранения. Должна быть обеспечена максимальная готовность медицинских организаций на случай подъема к приему таких больных. Больные будут разные, гриппом, ковидом. Мы их не должны перемешивать, нам их надо разделить по потокам, да, обеспечить, чтобы все-таки вот не было дополнительного инфицирования. Должны быть достаточной обеспеченности противовирусными препаратами, дезинфекционными средствами, оборудованием, транспортом и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта задача. Ну и главное, опять возвращаясь к нашей теме вакцинации, все-таки здесь уже стоит задача привить население нашей республики не менее 60%. Почему увеличивается этот процент? Да, потому что, вот вернусь к осложнениям, одним из предупреждение осложнений при ОРВИ, гриппе и так далее, все-таки является вакцинация, поскольку вакцинация, она в целом, она, в общем, она повышает иммунитет в целом организма ко всем инфекционным заболеваниям. Поэтому вот уже и президентом нашей страны, да, поставлена задача уже на последнем совещании о том, что нужно обеспечить вакцинацию населения нашей страны, а, соответственно, нашей республики не менее 60%. Среди них группы риска у нас есть, которые наиболее подвержены, да, которые у нас должны обязательно в порядке прививаться. Это дети, учащиеся, студенты, это медицинские работники, работники образовательных организаций, пожилые люди, да, призывники.
Здесь должен быть процент даже не менее 75%. Мы даже для себя вот буквально вчера вот на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии ставим задачу для медицинских работников, работников образовательных организаций максимально до 90% все-таки охватить этих сотрудников вакцинацией. Вот задача номер один – вакцинация, охват и подготовка не только медицинских организаций, которые, конечно, и будут нести опять вот основной такой вот натиск и ОРВИ, и гриппа, и коронавируса, но и всех других образовательных, в первую очередь образовательных организаций, у нас учебный процесс начинается, других социальных учреждений, да любых организаций, быть готовым к этому. Угу. Вернемся к вакцине от коронавируса. Уже много говорили о том, что вакцинация будет добровольной, но у людей остаются вопросы, не возникнут ли проблемы у кого-то на работе, если человек решит отказаться от этой вакцинации? Нет, не возникнут. Но у нас в соответствии с нашим законодательством Российской Федерации вакцинация добровольная вообще. То есть, если человек не желает вакцинироваться, его никто не может заставить вакцинироваться. Поэтому вот это первое, что бы я хотела сказать. Другое дело, конечно, еще раз нужно информировать правильно людей, показывать эффективность, необходимость вакцинации. Это уже другой вопрос. Но действительно, как вы уже сказали, в начале передачи у нас уже есть вакцина, которая уже прошла государственную регистрацию, то есть она как бы доказала свою безопасность, это самое главное, доказала эффективность, то есть пройдены все клинические, доклинические и клинические исследования, да, и уже начато производство, такое, как же, промышленное производство данной вакцины. Но я что хочу сказать, здесь, конечно, важно все-таки определить, какие группы населения нашей страны но наиболее вот нуждаются в этой вакцине, да, кого в первую очередь нужно прививать. Здесь не будет стоять речь о 100% вакцинации, как мы прививаем в рамках нацкалендаря, да, 95%, либо грипп там даже, да, 50-60%. Здесь все-таки будут определяться наиболее такие уязвимые группы, которые действительно вот, будут нуждаться в этой вакцине, и действительно будет результат, эффект от этой вакцинации. Однозначно я могу сказать, что дети все-таки у нас будут прививаться в последнюю очередь, потому что ну, дети есть дети, к ним всегда особый подход, для них должна быть специальная детская вакцина. Пока на сегодняшний день еще об этом говорить рано. И вот что бы я единственное хотела сказать, что в настоящее время вот, как раз проводится работа определить, какие группы у нас будут вакцинироваться. Ну, можно сказать, вероятнее всего, конечно, туда попадут у нас группа риска, которую в первую очередь называем, это у нас медицинские работники, да, поскольку они самые уязвимые на сегодняшний день, они связаны с большим количеством вот людей, которые через них проходят, потенциальные, да, больные коронавирусной инфекцией. Ну, а также, все-таки, они тоже, если они инфицированы, они представляют риски для других пациентов, поэтому я думаю, что вот эта группа категории, она однозначно попадет вот в число контингента, подлежащего вакцинации. Вы говорили о детях, что вакцинация будет в последнюю очередь, но она является необходимой. То есть могут ли ребенка, допустим, не пустить в сад или в школу, если он не привит? Нет, нет. Я вот еще раз да, говорю, ну, у детей законным представителем являются родители. Конечно, если родители не дают согласие свое, ну, там тоже есть определенные условия, должно быть это несогласие в письменном виде, в общем, зарегистрировано и так далее, да. Поэтому нет, ни в коем случае. У нас есть закон об образовании, который должен выполняться, и поэтому ребенок, если он без прививки, он нет никаких юридических оснований не допускать данного ребенка, допустим, к обучению в школе. И вот последний вопрос. Какая ситуация нас ждет по COVID-19 в ближайшее время? Какие-то изменения, может быть, будут? Сложно предсказать, как говорят прогнозы, неблагодарное дело, да, но тем не менее у нас уже вот эти прогнозы начали вестись буквально с первых случаев, это с февраля, с марта месяца, пытались как-то прогнозировать, как пройдет процесс. Но в целом вот те прогнозы, которые проводили наши ученые, эпидемиологи Роспотребнадзора, они все оправдались, действительно, будем считать, что пик у нас уже в целом по стране, он уже считается, что пройден, идет на спад, но тем не менее вот это снижение заболеваемости идет крайне медленно, поэтому плюс наслаивается у нас сезон эпидемический ОРВИ и гриппом, поэтому вот в этой связи совсем предугадать, в какую сторону пойдет процесс, ну, пока сложно. Единственное, конечно, мне бы еще раз хотелось сказать, на сегодняшний день у нас уже разработаны
и утверждены санитарные правила для детских садов, для школ, социальных учреждений, да, о том, где прописано, они дополнительные вышли к дополнению уже существующим санитарным правилам, но с учетом вот нашего распространения COVID, где прописаны все вот эти дополнительные профилактические, противоэпидемические требования. И на сегодняшний день, к 1 сентября у нас готовится школу, дети у нас пойдут в школу, да, и здесь вот тоже важно Министерство образования, да, и, ну, и всеми родителями, и всем, ну, всем, кто связан с обучением детей, конечно, вот важно соблюдение этих требований для того, чтобы все-таки не допустить вот такого массового, большого, там, широкого распространения как ОРВИ, гриппом, так и коронавирусной инфекции. Елена Андреевна, спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, для всех эта информация была очень полезной. Это была программа «Актуальная тема». До встречи в эфире.